Всем доброе утро! Сегодня у нас 10 декабря 2022 года. На улице плюс 4. Снег кое-где еще есть. Вот. Но у нас туман. Если это видно. Надеюсь, что видно. На улице не холодно, как бы, сыро, мокро. Вот видите, в колеях кое-где вода стоит. Противно. Находиться, в принципе, на улице можно. Вполне нормально выйти. Мы вот с Норой вышли. Я ее, правда, закрыла во дворе, потому что иначе она убежит у нас. На улице. Вот смотрите, где было большое скопление снега, сейчас стоит вода. Небо полностью затянуто тучами. Сегодня произошел казус. Свет выключили ровно на 3 минуты. Не знаю, что там случилось, но после включения света у нас пропал большой интернет. То есть оптоволокно. Ну, попробую загрузить видео с мобильного интернета, как получится.